глядачі, переможемо. Поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила. З плануванням противника у повітрі вже не склалося, і він сам це визнав тактикою її застосування. Тепер літаки і гелікоптери противника намагаються працювати або з підконтрольної їм території, або біля лінії фронту. Як пишуть самі їхні військові у своїх пабликах, все це тому, що втрати авіації надто високі, і пілоти намагаються триматися лінії фронту, щоб мати можливість дотягнути до своїх у разі поразки їхнього ППЛАЦу засобами ППО ЗСУ. У такому разі пілоти хоч не потраплять до рук місцевих жителів, яких вони бомбили, а ті гарантовано не знають змісту Женевської конвенції, яка регулює те, що можна робити з військовополоненими, а що робити не можна. Тому вони навряд чи стануть стримувати себе у висловленні своїх емоцій, пише блогер Антиколорад, далі мовою оригіналу. І що характерно, більшу часть потерь літательних апаратів противника дають самоліти і вертольоти, які, по їх легендам, являються максимально захищеними від средств ПВО або почти для них неуязвимими. Річ йде о літаючих танках, самоліті Су-25 і вертольоті К-52. В останні дні указанные вертолеты ликвидируются просто гроздьями или пачками. Часть из них уже полыхает и взрывается на дальних аэродромах, которые до недавнего времени там считались тыловыми и безопасными. Теперь же выясняется, что там все горит с не меньшим успехом, что и у линии фронта, причем уже появились кадры того, чем это достигается. С господством в море тоже все сложилось не так, как они себе предполагали перед началом широкомасштабного вторжения. Говорят, что на месте погружения прошлого флагмана флота оккупанты установили памятный буй с названием бывшего крейсера и надписью «Ты туда не ходи, ты туда ходи». Снег башка попадет, совсем мертвый будешь, а сверху стрелки, указывающие, куда нельзя ходить. Красного цвета и куда можно, зеленого. Говорят, что странным образом стрелка зеленого цвета слетела с одного из креплений и теперь показывает строго вниз. Ну а после события, получившего название «Севастопольский погром», разговоры на эту тему и вовсе прекратились. А кроме того, пишут о том, что сегодня по ЮБК были нанесены какие-то удары, и чтобы Севастополь не грустил от отсутствия внимания, то залетело что-то и туда. В общем, это логично, поскольку если ты пытаешься рассказать о том, что будешь за что-то мстить, то ты должен быть готов к тому, что в эту игру можно играть и вдвоем. Там должны привыкать к новой реальности и понимать, что освобождение от русского мира неизбежно, а все эти светошумовые эффекты являют собой своеобразную увертюру для этого процесса. И как тут обойтись без еще одной вчерашней темы, разошедшейся по всем СМИ? Как мы помним, вчера фюрер издал громкий звук ртом, который он сказал о выходе из зерновой сделки, после чего ему было сказано: «Вася, можешь выходить и идти куда хочешь», но за этим заявлением была угроза вывести свой флот на перехват каравана. Только вот этот флот как раз и был испорчен на выходных, и выводить фюрер мог только коричневые пятна на кальсонах. А караван уже у Босфора, несмотря на грозный флот, которым еще вчера пытался размахивать Путин. Так что с господством на море тоже как-то не сложилось. Тем более, что Штаты потянули один авианосец в Средиземное море, явно намекая на возможную утилизацию флотской группировки орков, которая болтается у берегов Сирии, а второй уже прибыл в одну из баз королевского ВМФ Британии. С намеком на то же самое для Балтийского и Северного флота. Намек этот настолько толстый, что не заметить его может только тот, у кого возникла невыносимая резь в глазах, вызванная содержимым чемодана. Общий каркас этого прикрытия для публики уже создан, и публике он заходит. В Москве овощи хлопают ресницами и рассказывают о том, что их мобье в Украине воюет с НАТО, и там кругом наемники с польской и литовской речью и прочие нацмены. Но это общий фон, а впереди должны быть мелкие детали, которые сейчас и будут плодить эти деятели. В общем, пришло время стряхивать нафталин как с панфиловцев, так и с матроскиных. Время пришло. До зустрічі, глядачі, переможемо. Поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила.